очень интересно посмотреть, какие молодые специалисты придут в школу, когда закончат вуз. Интересно посмотреть уровень их компетенции, задать вопросы научной процедуре и выбрать себе будущего сотрудника. И всегда очень интересно оценить именно мягкие навыки, за что отдельное спасибо сотрудникам МГПУ за очень интересные оценочные листы. И кроме того, это всегда приятная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Впервые я принимала участие в качестве эксперта в 2019 году, и ежегодно традиционно я принимаю участие в оценке, и хочу сказать, что в этом году уровень, собственно, подготовки студентов становится все выше и выше, и действительно, как сегодня было сказано, МГПУ знак качества, я прям разделяю эту точку зрения. Безусловно, этот опыт уже помог мне в моей профессиональной деятельности. Проще говоря, меня взяли на работу благодаря этому этапу, хотя я, честно, в это не особо верила, но получилось все очень замечательно, и я этому очень рада. Так что всем будущим выпускникам я однозначно советую проходить этот этап, даже если он не даст каких-то результатов в трудоустройстве, это колоссальный опыт, который очень поможет. В рамках сертификации основной опыт, который я получила, это намного более тесного взаимодействия со своими одногруппниками и, соответственно, будущими коллегами, поскольку именно благодаря их помощи, какой-то определенной мотивации у меня получилось, ну, учитывая пятый год обучения в университете, преодолеть какие-то и барьеры лени, и всего остального, и все-таки заняться этим и по итогу стать одним из победителей. Я бы посоветовала участвовать в процедуре сертификации, поскольку это профессиональный рост, это возможность проявить себя, и это самое лучшее, что можно в жизни. Я бы отметил этап по созданию модульного занятия. Мне показалось, что он был достаточно интересным и полезным в плане того, что я научился некоторым новым способом использования цифровых технологий для создания уроков и для того, чтобы делать их более интерактивными.